Привет, бойцы! С вами проект Muay Thai SK и ваш Виталий. Мы продолжаем наши тренировки в домашних условиях. Итак, сразу перейдем к делу. Сегодня у нас работа будет немножко на физо. Мы будем работать в необычном режиме. Сегодня будем работать по 5 минут раунды. Но эти раунды будут разбиты на 1 минуту. То есть общий раунд 5 минут, но он разбит на 5 раундов по 1 минуте. Для смены упражнений без отдыха. Итак, начинаем, как обычно, с разминочки. Все про разминочку, опять-таки, каждый раз повторяю. 10-20 минут у тебя должна быть разминка. Или пробежка на улице, или если дома в движении, голова, ручки, ноги, все размял 10-20 минут обязательно. Потом растяжечка, там выпады, перекаты, шпагаты. Это самое первое и самое важное, что нужно делать. Итак, переходим к основной части нашей работы. Это первая работа будет, мы будем работать по квадратику. То есть, что нам надо будет? У меня есть координационная лестница, может быть, дома у вас, если есть, раньше в залах чертили просто с белого лейкопластыря, да, пластыря обычного медицинского белого, на полу чертили квадратик, там где-то 40 сантиметров по периметру, то есть каждая сторона по 40 сантиметров. Или это может быть плитка какая-то на кухне, то есть ориентировочно, или это может быть... Просто берешь скакалочку, например, покажу самый простой пример. У вас у всех есть скакалки, так как они нам надо будут, и тебе надо было ее купить однозначно. Из скакалочки делаем просто букву П. Вот такая, не сильно красивая, но буква П. Итак, наша работа. Первая минутка. Гонг пошел, выставил таймер, пошел гонг. Работаем. С левой ножки. Раз, два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. Просто бежим. 4 вперед, 4 назад. То есть у меня скакалочка лежит буквой П. Это условно мне просто надо 2 линии. То есть как бы квадрат у меня получился без одной стороны. Минутку. Потом по гонгу сразу, без отдыха, поворачиваюсь боком и прыгаю ножки вместе, ножки в рост. Нам нужны эти линии для того, чтобы нас заставлять прыгать. Есть, отпрыгали. Потом бегаем боком. Раз, два, три, четыре, пять. Обязательно здесь надо будет сделать перешаг. То есть два зашли, и когда выходим, делаем три шага. Раз, два, три. Для того, чтобы сразу с передней ножки, с ближней зайти. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два. Работа на... Через линию вот эти все упражнения, это все работа на координацию, для того, чтобы был четко координирован. И бегаем. Та-та-та-та-та-та. Все, есть, сделали. Гонг. Четвертая минута наша в раунде. Одна ножка. Раз, два, вперед. Три, четыре, назад. Прыжком поменяли ноги. Раз, два, три, четыре. Ножки меняем. Перед линией. Не во время, а перед. Раз, два, три, четыре. И прыгаем. Минутка прошла. И последняя наша работа. Стоечки. Левой ножкой вышли. Правую подставили. Сразу с правой вышли. Левую подставили. Еще раз правую назад. Левой вышли. То есть раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В нашем квадратике... Только одна нога. Только одна. И движение у нас получается сейчас. Два раза с одной ножки. Правую подставили и с нее же пошли. Левой вышли и с нее же пошли. Это наша пятая минутка работы. Вот такой раунд с 5 упражнений по минуте каждого. Переходим ко второму раунду работы. Здесь нам понадобятся тяжелые гантельки по 5 килограмм. Там в зависимости от твоего веса приблизительно, ну так, чтобы около там 10% твоего веса было. То есть если ты там здоровый кабан под сотку, то можешь брать там 8-10 килограмм. Если ты начинающий там дрыщик, 50 килограмм тебя, то можешь брать где-то там 4 килограммчика, 5 гантелей. То есть ну вот мы курируем так. Если нету гантелей, берем просто баклажку с водой.
5-литровая или 6-литровые баклажки с водой. Они будут имитировать нам гантельку. Ты ее взял за ручки и держишь. У меня есть гантельки, поэтому я работаю с гантельками. Итак, наша задача точно в таком же режиме. Наш 5-минутный раунд разбит по минуте. Первая минутка. В стоечке работаем просто прямые. Раз, два. То есть держим средний темп, не частим. Раз, два. И выбрасываем гантельки. Просто выброс. То есть на взрыв работаем. Бомб прозвенел. Гантельки отложили. И работаем с тенью. Серия. Фронт-кик. Прямой боковой. Колено. И еще раз. 4 удара. Бам. 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 Наша серия. Левый фронт. Левый, правый. Ручки. И левое колено. И еще раз. Раз. Два. Три. Четыре. Так мы работаем с тенью. Тоже минутку. Гонг прозвенел. Третья минутка у нас. Опять берем гантельки. Работаем боковые. Точно в таком же режиме. Боковой пробили. Левое плечико вперед. Правый пробили. Правое. И отсюда сразу с уклончика бьем боковой. Держим темп. Таким образом, минутка. Отложили. Работаем с тенью с правой ножки. Правый фронт. На шаге правый прямой. Левый сбоку. Правое колено. И еще раз. Правый. Правый. Левый. Правый. Фронт-кик. Прямой боковой. Колено. И тоже стараемся держать, взрываться. Серию бьем четко. На взрыв. Проработал. И последняя минутка нашего раунда — это апперкотики. Точно так же. Бам, бам. Повкручиваться, повыбрасывать. То есть, когда работаем с гантельками на силу, мы не делаем темп. Мы работаем один, но взрывной удар. Раз, два. Раз, два. Стараемся выбросить на взрыв. И третий раунд. Сейчас после гантелек, после работы с тенью, мы просто поддержим темп. Точно в таком же режиме. 5 минут, разбитых по 1 минуту. Итак, первая минутка — это просто прямые. Легко, свободно, ручки расслаблены. Я просто выбрасываю прямую. Обязательно вкручивать кулачок, выбрасывать кулачок, вкручивать плечико. То есть сейчас как раз задача с расслабленным плечом подержать темп. Гонг прозвенел, вторая минутка, фронты. Точно так же. Я стою на месте и просто выбрасываю правый, левый. То есть сейчас задача именно темп, как бы физон. Заставить себя отработать от гонга до гонга без остановки. Темп. Третье. Боковые. Четко вкручиваемся. Бьем сбоку. Правый, левый. Точно так же. Держим темп. Четвертое. Колени. Как фронты. Встал и работаешь. Если у тебя получается, можешь делать с оттяжечкой. То есть работать с оттяжкой. Не получается, просто работай как фронты. Ножка опускается, вторая нога бьет. Раз правая, раз левая. И последняя минутка. Пробуем бить это все вместе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Итак, без остановочек.
То есть у тебя вот такая работа пятиминутная должна быть без остановки, смена ударов сразу, без отдыха. Итак, переходим к работе на мешочке. Самое тяжелое, самое основное. Сейчас у нас будут также 5-минутные раунды, но уже мы не будем их делить по минутке. Просто один большой 5-минутный раунд. Первый раунд. Мы работаем нашу первую серию. Стоечки стали. Левый фронтик, левый прямой, правый сбоку и с разножечки левое колено в живот. Все вместе. Левый, левый, правый, левый. И еще раз. Фронт прямой, сбоку, колено. 4 удара. 4. То есть ручки будут акцентированные 2. Получается раз, раз, два, раз. Руками взрыв, а колено уже добиваем. Первый раунд. Второй раунд. 5 минут. Точно так же с правой ножкой. Правый фронт. Правый прямой. Левый сбоку. И правое колено. Опять. Правый, правый, левый, правый. Все вместе. Фронт, прямой, боковой, колено. И все вместе. В таком режиме. На мешочках, как всегда, сегодня и как обычно, серии комбинаций работаем на силу. Эта комбинация тоже на силу. И последний, третий раунд уже будет работа на темп. Вот точно так же, как мы работали с тенью на темп, точно так же будем работать и на мешочке. То есть мы разбиваем наши 5 минут, опять-таки по минутке, выставляешь таймер по минутке и работаем без остановочки в мешок. Прямые, топчешься на месте. Вторая минутка, фронты без остановочки. Твоя задача удерживать мешочек на весу, не давать ему вернуться. Третья минутка. Боковые. Можно работать по всем этажам. Голова, корпус. Четвертая. Колени. Ручки на мешок. И держим темп. И последняя. Пятая минутка. Все вместе. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8. Можно начать с ног, не важно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. И в таком образе будет третий раунд. Итак, переходим к заминочке, заключающая часть нашей тренировки. Она также будет проходить в режиме 5 минут, разбитых по 1 минутке. Итак, первая минутка. Наша задача с кулачков прыгнуть на ладошку и вернуться назад на кулачки. То есть вот как это работает. Становишься, гонг пошел и прыгаешь. Ладошки, кулак. Если тяжело уже, не получается, просто перешагивай. То есть перешагиваешь, не прыгаешь. Вообще нужно минутку отпрыгать. Средний темп, но отпрыгать. Вторая минутка. Встаешь и приседание с фронтом. Глубокий присед, встал, фронт-кик. Раз правый, раз левый. Чередуешь. Гонг. Третья минутка, на спину, ручки за голову, велосипед, локти до колена. Одна ножка выпрямляется, локоть до колена. Не надо дергаться, вот это мы делаем.
Работаешь четко. Ножки не спеша, но четко до локтя. Третье. В прыжке бьешь три прямых в воздух. Становишься, выпрыгиваешь. И три прямых, пока ты еще на весу. Раз с левой, раз с правой. Стараться это делать сразу чуть-чуть с подседа. И последняя минутка – это отжимания на кулачках. И прыжочек ножки под себя и назад в упор лежа. Упор присел, упор лежа. Отжался. Отжался. Вот таким образом у тебя пройдет забег. Подписывайся на канал, ставь лайк, пиши свои комментарии. Обязательно они мне важны. Нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить следующую тренировочку. И забирай видеокурсы по ссылочкам в описании под видео. Настойчивости в тренировке.